Боец в синем углу также является чемпионом Украины среди молодежи, чемпионом Украины до 23 лет, а также призером Украины по взрослым. Участник чемпионата Европы среди молодежи, участник чемпионата Европы до 23 лет 2017 года. Барута Алексей. 1 балл засчитан борцу в синем углу. Один балл борцу в красном углу. Счет 1-1. Сильные борцы, напряжение растет. Счет 1-1. Прошло 40 секунд. Один балл борцу в синем углу. Счетом 3-2 победу одержал представитель Одессы спортивного клуба «Мангуст» Закариев Алиев.